И снова здравствуйте, с вами Андрей, мы продолжаем проходить South Park Палка Истины. В прошлой серии мы навалили по морде не только Джимми, который у нас скоммунизил палку. Мы ее наконец-то вернули. Ну и теперь, соответственно, мы можем уже возвращаться в крепость Картмана. Ready to leave, sir Douchebag? И, так сказать, принимать заслуженные почести. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Ну что ж, нам пора домой. То пометую, как у нас суровый Папахин в этой игре. Нам тут попадет. Очень хорошо. Так, ну, в принципе, то, что мы не доисследовали в этот день, мы доисследуем следующий всего в игре. Я напоминаю, 3 дня будет проходить игра. Так. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Пошли вы нафиг, а? Nothing to say, huh? Козлы, вы меня выгнали сначала. Все, я пошел спать. Ничего не знаю. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Ну-ну, да-да. То следовало ожидать. Ну, это пришельцы из самой-самой первой серии South Park. Если кто не знает, вдруг. I'm having the dream again. Okay, this is dreamy. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh. Ну что ж, сейчас нам, видимо, будут делать что-то очень нехорошее. Будем пробовать. Так. Черт! Это черный мастилин. Так, не получилось. Уй! Это было больно. Опять. За что? За что? Все, теперь у нас есть анальный зонт. Да. Is this your first time getting probed? Ну-ну. Yeah, it's a pain, but... This is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Так. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe and now you can control it. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Так, а выбраться я отсюда не могу, да? Так. Боже. Что у нас здесь есть-то?
В принципе, выйти я особо никуда не могу. Но я напоминаю, что эту часть версии для Евросоюза вырезали. Хотя я вообще не очень понимаю, постанальный зонт — это вещь, которая в игре, ну, мягко говоря, весьма нужна. Так, у нас нету здесь больше телепортов. Так. Минус один. Так, кстати. Наш инвентарь остался с нами. Так. Отлично. Ну, малый эльфийский лук, он хуже нашего. Ну, не, мы ничего менять не будем пока что. Так, ну что ж. Придется сейчас... Му-му! Не мог, вот еще кинзадзу не смотрел. ХП у них много, достаточно. Му. Му. Да, я боюсь, что не зря сделал. Давайте мы попробуем его вот так вот. Му-му-му-му-му. Как бы нам снять с него защитку-то? У нас нет маны. Давайте. Так, отлично. Броню мы сняли. Все. Ну, бой был тоже достаточно легкий. Мне не пришлось даже лечиться. Инопланетный лазер. Лучше ли он, чем наш монгольский лук, или нет? 75. Ну, он вообще дает. Вообще он, конечно, дает. 10 огненного урона. Ну давайте попробуем взять его. Возьмем инопланетный лазер. Так. Вроде мы все залутали. Так, стоп. Так. А с этим сделать ничего мы не можем, да? Ладно, oh, hey, there you are. Oh yeah, yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. А, понятно. Great, you're in. You're looking как for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Интересно. Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Так. Нет, до туда мы не достаем. Это не работает. Ah, hello. Is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming.
Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! Му-му! Так, му-му. По-моему, честно говоря, монгольский лук лучше. Так, ну это надо здесь использовать вот это. Минус один. Знаете, что я не понял? Это вот этот вот момент. Угу. Вот смотрите, если здесь вот это включить... Не очень понятно. Вот это тоже. Great, you're there! See if you can free me from that console! Probably not, though. It's incredibly advanced. Ну-ка. И что? Someone, please! You're gonna have to find another way! Ну что, не мне одному страдать. Oh god, no! А, вот так. Keep going, I think you're onto something. I knew I could trust you. Keep it up. Так, что-то открылось. I'm still stuck. Better try the other console. Ну давай, давай. Чего не лезешь-то? О. Давай. Day two. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. На тему игр, которых рассовывают ненужные аудиологи. Score! Aliens hate electricity! Чтобы типа раскрыть сюжет, то я совершенно согласен с создателями данной игры. Здесь. Так, вот честно вам скажу, не знаю, что здесь надо делать. Не знаю. Интересно. Да, интересно. Что это? Может быть, надо сперва успеть телепортнуться там и их сдует? А, наверное, да. Наверное, в этом плане. Так. Я прошу прощения, до сих пор иногда... Окей, давай другую консоль! Господи, надеюсь, это работает! Так... Так, что? А как его убить? Не очень мне понятно. Так, ну, я слишком рано это сейчас сделал. Так, а здесь что? Не, здесь, по-моему, по-прежнему... А, нет. Здесь никого нет. Day four. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere.
For some reason, I listen to every minute of every one of them thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler. They're filler that's driving me to madness. Так, мы тут все разгромили, но ничего полезного мы за ними не нашли. Да, странно, а никаких чин-покамонов тут нету? Разве? Не вижу. Ладно, пойдем дальше. Так, здесь мы еще ничего сделать не можем. Да нет, не можем. И все восстанавливается. А если... Стоп. Ага. Разбивается об эту от силовое поле. Да, к сожалению, ничего здесь делать нельзя. Ладно. Так, теперь нужно понять, куда нам идти. Это не очень очевидно. Так, а что-нибудь мы можем сделать? Я знаю, что мы можем сделать. Так. Не того ударил. Му-му! Он абсолютно неуязвим в этом состоянии. Да, так. Му-му-му-му-му. Ну, все убили. В принципе, ладно. Так, здесь с этим ничего особо сделать нельзя. One audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some paper she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power up I didn't really need. Ну-ну. Не, ну это отличный стёб на самом деле над играми. Да даже над многими вполне современными играми типа Тиф. Чин-покамона. There! Oh, you've gotta be close! Come on, try again!
Ой, боже. Что? Вы издеваетесь, что ли? Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Так. No more! No more, please! You're gonna have to find another way! Так. Так, никаких чин-покамонов я здесь не вижу, прямо говоря. Ошибка 404? Не, здесь особо ничего нет. Ладно, пойдем отсюда. Okay, I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Я помню про электричество, но, к сожалению. Да, их сыцо. Так, вот это уже может быть более-менее серьезный бой. А, давайте мы тогда попробуем, наверное, вот так. Му-му-му-му-му. Минус один. Му! Му! Так, ну давайте еще разочек. Му-му-му-му-му. Минус два. Му. Ой, боже, что я сделал. Ай. Move! Так, давайте-ка мы скюшим, наверное. Так, ну рефрактор, это означает, что бесполезно мне. Move! Бластера. Так. Купим водички. А теперь из бластера стрелять можно. Move! 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 Так. Давайте попробуем вот так. No! No! Блин. Эти атаки, они трудно просчитываемые, к сожалению. No! 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 Помер, нет? Нужно было несколько позже использовать интерактивный элемент декорации. Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Так. It's another Saturday night. Feeling alright, feeling okay. Видимо, ему понравилось то, что с ними делали. Что с ним делали.
Так, понятно. Еще один аудиолог. Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's it? I some manuscript лучше бегу, да? Говорит по-немецки, ну-ну. Ну-ну. Прям с Майдана. Чёрт, я ничего не получилось. Так. Да, на одну единичку урона это, конечно. Давайте еще разочек. Так. Давайте, наверное, попробуем снять с него положительные эффекты. Опять же, несложный пока что. Правда, он зараза лечится. Попал по мячику. Ну, на самом деле, здесь игра заточена, я так понимаю, под геймплей. И поэтому... Поэтому здесь на клавиатуре не всегда можно успевать. Ну, давайте чуть-чуть полечимся. В принципе, тут хелилок в игре столько, что можно не волноваться на эту тему. Вообще. Так, нет, инопланетного лазера мы не будем, потому что он вообще не подходит. Ой, здесь плохо все. Так, ну давайте эликсир силы, что ли, тогда выпьем. Давайте хотя бы такой. Так. Сермоны, давайте съедим. Главное не переесть. Так. Давайте. Я не очень часто это использую, потому что это довольно сложно, откровенно говоря. Чисто в исполнении.
Так, то есть тут на корабле есть какая-то дрянь, которая превращает людей в зомби-фашистов. Прекрасно. Так, ну... Что? Нам надо освобождать Рэнди, что ли? Или что? Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home! Опять... Kid, I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again. Так, ну что? Продолжаем. Я думаю, что сейчас мы уже будем пытаться сбежать с корабля. Думаю, что на этом можем закончить серию. Так. А куда это он ушел-то? Не понял я. Так, что у нас по заданиям? Поднимись на лифте, захвати управление НЛО. Так это этот лифт. А, вот он. Очень-то камон. Пожалуй. И вперед! Навстречу приключениям на наш анальный зонд. Так. Это серьезно, сказал Бейлгор. Давайте, наверное, мы снимем все эти бонусы дурацкие. Да, тут у них много хп-то. А чё второй не стреляет, интересно? Защитную мягкую сумму сняли. Ну! Так, давайте мы чуть-чуть покушаем. Так, и... ну, давайте вот этого товарища мы... Надо было монгольский лук взять, вот я немножко купил.
кстати, я первый раз попали, второй очень сложно что-то сделать. Так, эликсир силы. Все отбить. Сейчас возьму эту атаку с прыжком. Командовать парадом будешь ты. Это будет так. Сжал. Блин. Что-то они совсем офигели. Я еле выжил. То еще и похил. Ты вроде все заблочил, а все равно довольно много хп снялось. Имеет ли смысл кушать? Давайте покушаем. No! Черт, это плохо. Нас могут убить. Да, все печально. No! Я думаю, я его добью. Oh, no. Ну, собственно, совершенно дежурная ситуация для South Park'а. Здесь примерно каждую неделю такое случается. Вообще все нормально. А вот и зеленая гадость. Yes. At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Придив японцев, ну-ну. Будем считать, что это все приснилось нам. Правда, тогда откуда в нашем инвентаре куча всякого разного? Так. Какие-то большие падения FPS. Так, давайте, наверное, прервем на этом серию. Закончим. Потому что тут какие-то проблемы начались с FPS. Я думаю, что нам стоит немножечко прерваться.